2 июня, село Райгород. Время 11 часов. Вода питьевая в колонке не идет. Также и ни в доме не идет, ни в колонке. Такая проблема уже с мая месяца. Уже целый месяц мучаемся. Село Райгород. Советское. Воды нет. 2 июня. Пришла с работы. Открываю кран. Все. Это вот так вот он срабатывает за целый день. То есть я вот набрала чашку воды за целый день. С 12 мая у нас вообще нет воды. На данный момент вот сейчас иду на кухню. Открываю кран в мойке. Вот смотрите. Все. Это все за целый день. Не искупаться. Звонили, писали, говорили. А что толку? Даже мне сказали, что вы брешете, у вас на втором этаже всегда должна быть вода с насосом.